Твери прошла учебная эвакуация школы номер 51. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тверской области. Как отмечают в ведомстве, учебная эвакуация началась во время урока сразу после подробного инструктажа учеников со специального звукового сигнала. Дети, организованно действуя строго в соответствии с инструкцией, покинули учреждение в сопровождении педагогов менее чем за 3 минуты. После проведения переклички совместно с руководством школы сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили всем учащимся основные требования пожарной безопасности и постарались донести, что пожары в общеобразовательных учреждениях чаще всего происходят по причине детской шалости. Добавим, что в рамках уроков безопасности в начале нового учебного года во всех образовательных учреждениях Тверской области проводятся плановые учебные тренировки по эвакуации учащихся, педагогов и сотрудников, а также другие мероприятия. Ежегодно с началом учебного года сотрудниками Главного управления МЧС России по Тверской области проводятся профилактические мероприятия в учебных заведениях, в рамках которых мы проводим беседы, инструктажи с детьми, уроки безопасности, а также проверяем знания и умения персонала и детей эвакуироваться из здания, проводим тренировочные эвакуации. Данные профилактические мероприятия проводятся совместно с сотрудниками Всероссийского добровольного пожарного общества.